Первая после зимних каникул бутик-вечеринка в 21 веке собрала известных модниц нашего города, чтобы поговорить о том, что в переменчивой фэшн-индустрии никогда не теряет своей актуальности, а напротив, от сезона к сезону только обретает шарм. Говорить немного о красоте, немного о трендах, немного о вечных ценностях. Вот так мы сегодня заявили. Ну и, конечно, повод самый главный, наверное, это творчество. Заряд творчества на год вперед. Приятное общение, эксперименты с макияжем стали дополнением к главной теме вечера – аксессуарам, стильным и изысканным. Сегодня мы просто как модный творческий вечер, да, у нас фактически сегодня женский клуб. Мы будем говорить о моде, естественно. Больше мы будем говорить даже не сколько о новых тенденциях, да, весны-лето, потому что, в принципе, у нас еще зима, и до весны еще далеко. Мы будем обсуждать как иконы стиля, вот знаете, как iconic products, да, в принципе, как они используют, говорить, или carryovers. То есть это такие инвестиции, да, это такие правильные вещи, которые просто необходимы в гардеробе. Сейчас мы больше, наверное, будем рассматривать аксессуары. Вот таких мировых лидеров лакшери индустрии, это как Валентина, Сан-Лоран, Дольче Кабана, очень много моделей, которые повторяются из сезона в сезон. Что обуви, что сумок. Они меняют размер, они меняют фактуру, цвета, да? Но это такие сумки, это как инвестиции. Очень красивые цвета. Темно-зеленый, темно-синий, бордовый, красный. Они сочетаются очень хорошо с любым гардеробом. Или, например, серый – это фактически второй черт. Они не пропускают никаких новинок, следят за всеми тенденциями моды. Они поддерживают семейные традиции. Для них этот бизнес, он может быть даже как стиль жизни. Они жить не могут без этого. Мы сюда приходим как домой. Здесь до такой степени доброжелательная атмосфера. Пусть стоит, радует глаз. Нет. И потом у нас будет возможность еще ее нарисовать. Красивые вещи, они не просто несут гармонию в нашу жизнь, они еще и способны вдохновлять на творчество. В этом убедились участницы художественного мастер-класса. Они привезли какую-то сюда нам чуточку Италии, темперамента, яркости красок. Перчика нам подбавили сегодня, предоставили возможность побаловаться с макияжем, я так это называю, поэкспериментировать с рисованием, просто знакомиться с новыми поступлениями марок Balenciaga, например, пришли аксессуары Dolce & Gabbana, так что быть у истоков первых новинок и просто в хорошей атмосфере, дружеской. Радость общения и положительные эмоции – это тоже важные составляющие вечера, которые делают встречу по-настоящему незабываемой. Куча положительных эмоций, и мне очень здесь приятно, удивила обстановка, все гости такие доброжелательные. Я считаю, что чем больше таких вечеров, тем жизнь становится ярче. Вы знаете, мне тоже кажется, что те внешние обстоятельства, которые сейчас происходят во всем мире, мы не можем на них повлиять, мы должны делать праздник сами, мы должны ценить те моменты, которые есть у нас сегодня, это наши друзья, это эта атмосфера. Человек должен развиваться, общаться, обмениваться информацией и обязательно радоваться тому, что есть сегодня, и создавать красоту. Остается надеяться, что традиция этих встреч в бутике 21 век будет продолжена, и хороший вкус в нашем городе будет ассоциироваться еще и с хорошим настроением.